Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь. Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает. За свою карьеру я пропустил более 9000 бросков, проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать финальный победный бросок, и я промахивался. Я терпел поражение снова и снова и снова, и именно поэтому я добился успеха. Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. Жизнь — это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. Настоящая ответственность бывает только личной. Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. 80% успеха — это появиться в нужном месте в нужное время. Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью. Победа — это еще не все. Все — это постоянное желание побеждать. Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться.